Доброе-доброе утречко. Так кто еще такие все сонненькие, вяленькие? Наш Шейхон уже серьезный. Прям серьезный парнишка, да? Уже полон серьезности. А эти звезды валяются. Говорят, мать, делай завтрак, мы покушаем, а потом будем уже играть и веселиться, да? Нам не до того. А это что за деловой? Маленький, но очень деловой пушистик. Да? Ай, у этих уже игрищи, да? Ой, эти батюшки. А Милоська еще совсем сонненькая, сонненькая девчонка. Говорит, нет, я пока играть не настроен. Только после завтрака. А фей говорит, да давай побесимся. Чего ты такая валяка собака? Я тебя вот маленькая сместила, Милоська, только так. Ой, Милуся скажет, ну что такое, нигде покоя нет, да? С этими псами нигде нет покоя. Да, малышня карандашня, вы всех замучите. Кысуля, Кысуля, доброе утречко, Кысонька. Да, доброе утро она всем передает. Говорит, здравствуйте всем. Видите, тут возня. Говорит, я из шейха вытолкаю, всех вытолкаю, все лежанки мои. Всех победю, маленький победю. А вот этот звук издает не фея, а ляля. Да, ляля такой писк издает, ультразвук. Пискуша маленькая, маленькая лялюша пискуша, да? Ой, малышня вы, моя малышня. А мы всем желаем доброго утра, хорошего настроения, приятных дел. А если дела не очень-то и приятные, то хотя бы сделать их легко, быстро и просто, да? Ты сейчас чуть ли не свалился, маленький. Бесенок ты мой, а? Да? Все, все побежали за кошкой. Одна лялюшка не побежала. Скажи, больно надо еще бегать. Ну, всем хорошего денечка и замечательного настроения.